Фига себе, пираты? Ребят, тут реально пиратская тема какая-то. Точно, вон бочки всякие, всякая фигня. Вон, ножи они тут кидали. Друг друга завалили, получается, что ли. Записулька какая-то он лежит. Ага. 11 июня 1702. Вчера мы снова запалили сигнальные костры, и как по часам еще один отряд ничего не подозревающих охотников за наградами и славой пришел прямо к нам в лагерь. Сражение было довольно серьезным, у нас даже есть потери, но исходя, но из на, но в исходе его не могло быть никаких сомнений. Два отряда Остинской компании уничтожены за 2 дня. Для них же было бы лучше на этом и остановиться. Их лейтенант некто Шервуд, самодовольный болван, прожил достаточно, чтобы оскорбить капитана Авери, предложив нам кучу денег и полное прощение в обмен на сведения об местонахождении Авери. Перед тем, как навечно прервать этот поток оскорблений, я сказал ему, что Авери предлагает нам немного больше, чем золото. Потери потерями, но стоит отметить, что это стадо британских свиней было экипировано куда лучше предыдущего. Нам очень пригодится их ботинки и пистолеты. Печать Томаса Тью. Ага. Вот и Томас Тью. Да, вот его этот знак. Точно, смотри-ка. Тью тут сражение принял. Тут и поплавать, ребятки, можно, смотри-ка. Ой, блин! Решил брызги поделать, что ли, братан? Не взрывается, я думал, порох будет. Брум, брум. А вон она, сокровище, но я же говорил, есть. Но чувствовал я же, не зря я сюда поплавать, прыгнуть решил. Две гранаты только потерял. Так, только вопрос такой, как мне туда запрыгнуть? Обойти. Обойти. Ну вот видите, не зря я тут перепрохожу. Еще новые сокровища нахожу. О, нифига себе, уронить балку. А как? Машину подогнать. Нифига себе прикол. Чтоб сокровища, что ли, взять или чё? Да? Давайте попробуем. Чё нам это мешает сделать? Только я не знаю, дотянуться или нет оно. Сейчас, ребятки, мы там кое-что поделаем. Не переживайте, все будет чики-пуки. Сидите здесь. Нашел там что-нибудь? Может быть. Будь с другом, сядь за руль. Ух, да, слушайте, я такого не помню, чтоб я так делал. Стопудово. Эй, Салли, врубай заднюю. Я отойду. Ага. Опа, теперь секретик наш. Так, что у нас тут? О, это что такое? Оловянный буквенный цилиндр. Круто. Ух ты, нифига себе, пирата как закололи. А он тут книжки читал, бухал. Жалко дядьку. Все. Молодцы мы. Че, все? Ну и? Так, ерунда. В отеле покажу. В отеле, говорит, покажу. Так. Что ты там говорил? А, ну да, короче, один охранник, похоже, решил меня исправить. Таскал мне книги из библиотеки. И что читал?
историю в основном. Особенно то, что связано с Эвери и другими пиратами. На всякий случай. Ну да. Ну, знаешь, я читал, отжимался, курил. Старался не лезть в разборки между бандами. В общем, это все. Эй, осторожней! Так. Если охранник тебе помогал, почему ты не связался с нами? Я пытался. Просил его отправить тебе письмо. До вас требует. Я его не получил. Потому что начальник просил. Да, я кругу спалился. И того охранник... А... О, черт. Видите дым? О, наемники, тише. И того охранника уволили, да? А где дым? Я вот ничего не вижу. Что ты там говорил? А, ну да, короче... Потому что начальник засек. Да, я круто спалился. И того охранника уже больше не видел. Господи. Ну, отомстил, когда начальник решил посадить меня с Элькасаром. Все вышло не так, как он ожидал. Я, кстати, вспомнил. Много лет назад я тоже имел дело с Элькасаром. Раньше, чем я встретил вас. О, правда? И ты еще жив? Ну, тогда он был не тем, что сейчас. Тогда он еще не сделал карьеру в мафии. Я продал его боссу несколько японских гравюр. Ему нравились шагуны и все такое прочее. Элькасар был посредником. И какой? Тихий, но напряженный. Словно может взорваться в любую секунду. Ха-ха, ну, значит, он не изменился. Я забрал деньги и свалил к чертям. Ага, можно было и так объехать, да? Короче, пират заходит в парк. А, ну, начинается. И у него из мотни торчит штурвал. Так. Бармен ему говорит. Эй, штурман, разворот. А пират ему в ответ. Разворот, яйцеворот. Мне нравится. Я тебя сейчас высажу. Так, и чё ты, куда я приехал? Смотрите-ка, что это? Я объехал, что ли, этих бандитов? Да ну нафиг. Чё, серьезно, что ли? Вот это да. Обалдеть. Отсюда, наверное, видно весь Кингс-Бэй. Да, смотри, вон город. Там речная долина. А, и чё? Ты смотри, вот это вид. Я все жду, что сейчас проснусь в какой-нибудь одиночной камере. Это все похоже на сон. Сэм. Нет, нет, ерунда. Давай сокровища искать. Давай. Сейчас я наверх только слажу. О. Салли, как дела? Ну, живой пока. Спасибо за то, что ты с нами. И особенно за переговоры с парнем из проката. Без проблем. Не буду врать, мне и самому очень нравится. Мне тоже. Так. Во. Ну, дальше-то чё? Во. О-е-е-е! Ещё одно сокровище. А чё оно не берёт? Чё-то не берёт, ребят. О, есть, смотрите, я еще, блин, прям столько сокровищ. Нифига себе, шотландская монета, 2 пенса. Смотрите, сколько, еще 3 сокровища где-то я не нашел. Обалдеть, вот это да. Тут получается вообще офигеть, как много всего. Так, ребята, а мне по любасу надо спускаться туда, да? Блин, блинский. Ну, поехали, чё. Я, видимо, сюда случайно забрался. За сокровищем, да поболтать с ребятами. Думал, побыстрее будет глава, оказывается, нифига подобного. Приключения на приключении. О, все молчат. Видимо, понравилось, как я спустился. Смотрите, за холмом еще одна башня.
Наемников видишь? Сложно сказать. Ну, похоже, мы все-таки первые. Осмотрим все и идем дальше. Давай. Эй, как тебе нравится мост, Нейт? Странно смотрится. Но такой мост нужен для того, чтобы что-то защитить. Например, сокровища? Возможно. Да нет тут никаких сокровищ, заколебали вы. Ну что тут? Вот стали по небу тут все прятать. Вон еще один. Ну, узнаешь его? Вообще-то да. Энн Бонни. Угу. Действовала в Карибском море. Вроде умерла в тюрьме. По крайней мере, так пишут в архивах. Угу. Ну да. Эвери ее тоже пригласил. Эвери банду большую сделал. Так. Ну, вы, ребят, как хотите. А я уже здесь. Так, и Семус Гемджи тоже здесь. И что мы тут ищем? Ага. Иду, братан, иду. Ступени обвалились. До рычага никак не добраться. Поищу, на что можно встать. Фу, бля. Поищу, на что можно встать. Ты что, оттуда спуститься надо? Странно. Сейчас. Вперед! Так. О, бля, нифига себе. Круто, конечно. Ну, впереди. Да. В передряге, мне кажется, может бы и пригодилось, но неохота его брать. Ой. Мамочки. Так, куда-то я лезу, слушайте, а? Ну, мне кажется, сюда и надо мне. Потому что по-другому-то что делать тут? Ой. Эй, парни! За мостом стоит огромная башня! Высоченная! Сэм! Срочно это так! Шутник, бля! Ты живой? Вполне! Да. Справишься? Ну, до скорого. А как ты подгонишь? А, ну типа, что мы сейчас опустим, да? Ну давай. Что делать? Да, отдыхайте. Я справлюсь. Так шутники, конечно, на язык. Прокатная тачка! Они! Разделиться! Найти! Увидели! Стреляйте без предупреждения! Да, вот тебе! Прокатная тачка. Это какой-то снайпер. О, я положил их. О! У-у-у! Черт, он меня в ногу убил. Заколебали вы, а? Фух-ху-ху-ху-хух.
Где-то тоже что-то ждет. Где там, а где там слева? Угу. Так. Ой, что тут у него? А где этот дядя? Ё-моё! Валим. Так, надо их загасить так, чтобы... Ты куда тут встал? Уйди нафиг! Еще один. Какого ты ж черта тут ко мне-то прижался? Ну ты даешь, братан. Окей. А какого хрена там меня схватили-то? Я просто знаю, что они сюда уже пойдут. А, готов? На другой разговор. А граната? А, я взял. Дед, ты где? Двигаемся, не стоим на месте. Пусть ищет нас. Красиво. Хо-хо, а ты думал? Мама. Слег. А видели, какой дымок был от пульки? От снайперской. Фу. Так, сейчас опустим мост. Вот это был ништячок, да? Так. Давай, говорит, уходим. А, пусти, говорит, типа мост. Ой, ты красавчики вы, а. А вы что делать будете? Так, это снайперка, да. А тот-то где с этой... А, вот она у нее. Да, ништяк, 6 штук. Нет, я в себе заберу. Биг барабум буду делать. Попробуем еще раз. Давай. Фу. Вот так. А что, без меня-то не можете ехать, да? Ух ты. Пиу. Все, все прикрыто. И погнали. Вау. Большая башня на вулкане. Похоже, финал близок, а? Чтоб доехать до него, блин, до этого финала. Тут приключений целая куча. Ха-ха-ха. Столько денег, но вот что.
что ему стоило сделать первый. Не придирайся. Тут, походу... Так, сколько ты должен, Алькасар? Половину. Половину чего? Ну, он знает только про Ганки Савай. То есть про 400 миллионов? Да, но если Нейт прав, то сокровищ будет еще больше. Ну, сказал бы ему 200 тысяч. Твой партнер не должен знать, какой у тебя навар. Я что ее сделал? Я потерял ее. Отпустил. Да ё-моё. Случайно вышло, ребята. Прошу прощения, сейчас заберемся. Я перепутал кнопки, нолик нажал вместо треугольничка. Тут опять мост. Бедные деревья. Другое дело. Другое. Так. Тут не залажу я? Нет, не залажу. Все готово. Поехали. Тут еще камень какой-то. Мама! Без паники! Без паники! Такой спокойный, говорит, без паники. Давай, садись за штурвал. Да я не могу залезти. Он не залазит. Смотри, что. А во. Фу. Бывало и лучше. Давай, вытащи нас. Держитесь. А ты, дедуля, сам-то не мог вытащить? Если не беси, да светится имя твое, да приедет царствие твое. Бережно. Бережно, говорит. Жалко, камеру нельзя повернуть. Весело было, да? Да. Об этом я расскажу своему мозгоправу. У тебя есть мозгоправ? Нет. Но теперь явно будет. Ой, да ладно, изображение. Все было под контролем. Под контролем. Погнали! Ну, назад мы точно тут другим путем пойдем. Давайте искать вход. Вперед за сокровищем. Ух ты, красиво как. А я думал, это картинка какая-то будет, а нифига. О, что-то нарисовано. Здесь не войдешь. Ну еще бы. Войдешь-то там. Обходить надо, смотреть. Там ворота какие-то. Опа, еще дверка какая-то. Сэм, поможешь мне? Ага. Ну, ломатель истории. Давай-ка я тут пробегусь. Во! Еще один секрет. Так, шотландская табакерка. Ага, отлично. Молодцы мы. В этой главе прям вообще шикардосно собирали. Посмотрим, что тут. Ух ты. Ух ты. Похоже, тут что-то есть. Сэм. Ага. Давай. Самые молодые толкают. Сэм, да. Натан. Черт, тут кирпичи. Так, осмотримся.
Осмотримся. И чё? Ага. Эй, аккуратней с этим, парень. Берегись. А я что-то... А, нет, нормально. Я же сказал, берегись. Все хорошо вышло. Чего ж они там труханули так? А я хотел на излете выстрелить, но не получилось на излете. И поскакал. Сэм, постой! Давай! Поскакал, говорит. Да, он поскакал. Так, ну тут графинчики, все дела. Все, конечно, уже старенькое, все. Как тут все не разрушилось, я не знаю. Ух ты, нифига себе, тут лесенка. Че, я сам последний, что ли? Поставил на карту все. Или еще Виктор последний? А, нет, Виктор последний. Ну, ладно. Капец. Ну, проход мы сделали, нашли. О, великолепно. Ух ты. Но сокровищ не видно. Эй, парни, идем. Капец. И что это? Посмотри. Дисмос. Святой Дисмос. Снова он. Ну, что тут у нас? Еще знаки. Наш дорогой Эвери. Томас Тью. Это Адам Болдридж, Джозеф Фарро, Ричард Уонд. Пиратские капитаны. Ну, пока твоя бредовая теория пиратского общака подтверждается. Ну ладно. Посмотрим, в чем тут трюк. Надо кнопку нажать или что? Может, за руку потянуть или... Попробуй. Давай. Эй, когда вам надоест обниматься с беднягой Дисмосом, посмотрите вот на это. Вот эта трапеция явно вулкан. Корона — это Кингсбэй. Перед нами карта, джентльмены. Виктор, ты просто гений. Сказал Нейт, я гений. Да, да. Так, если мы вот здесь, башня совпадает со знаком Эвери. Выходит, остальные знаки? Это башня времен Эвери. Ну, то есть, сокровище в одной из них? Вопрос в какой? Я насчитал 12. Эй, Виктор. А? Ты ведь у нас не куришь сигареты, правильно? Похоже, мы тут не первые. Оберегись! Спецназ. Пошли! Мама! А если вот так, мужичок? Я возьму Винчестер. Отлично. А самый прикол, зачем я хотел взять Винчестер, если у меня вот эта штука есть. Че, вот он жив? Окей. Okay.
Да ебись! Отлично. Еще один. Да чтоб вас. Окей. Нажри металл. А какого хрена гранату докинул, если он готов? Все? Это все? Надеюсь, да. Фух. Да, ничего, порядок. Сэм? Я здесь. Че он там, Сэм, этот удумал? Так, гранату-то надо взять, наверное, если есть какие-то гранаты от ребят. Ага, во. Так, ладно. Что делаешь? Проверяю кое-что. Ты смотри. Угу. Что это такое? А, вот Эвери, смотри-ка. Знак Эвери. Они тоже поняли про башни. Место расположения, знаки. Что теперь? Теперь? Да все теперь. Потому что нас трое, а их хрен знает сколько. И у них есть фора. Да, но еще не поняли, в какую им надо. Здорово, Нейт. Мы тоже. А мы знаем. Вот. Немного стерлось. Тут совпадает. Ты уверен? Вот это тоже подходит. Нет. А, черт. Все равно. Две лучше, чем 12. Ну, так-то да. Ладно. Я бегу к этой. А вы с Виктором к той? Нет, нет, нет. Там теперь уже повсюду люди Рейфа. Именно. Это единственный шанс для нас. Нам надо разделиться. Да погоди ты секунду. Нет, он прав. Башни на разных концах Кингсбэя. Угу. А у Салли тоже вон идет пот. Черт. Как у Элой во второй части Харайзенки. Если нарвешься на клоунов Надин, дай нам знать. До скорого. О, как жажда денег, что делает. Надо спешить. Пошли. И снова мы, да, с Салли вдвоем.